Еврокомиссия добавила Саудовскую Аравию, Панаму, Нигерию и другие страны в черный список стран, которые представляют угрозу из-за недостаточно жестких правил в отношении финансового терроризма и отмывания денег. Об этом объявила еврокомиссар по правосудию Вера Юрова. В общей сложности в список попало 23 страны. ЕС не должен быть пунктом назначения для грязных денег. Финансовая система ЕС не должна помогать отмыванию денег или служить инструментом для финансовых преступлений, включая терроризм. Этот шаг вызвал критику со стороны некоторых стран ЕС, которые опасаются за экономические отношения с государствами в списке, в частности, Саудовской Аравией. Однако комиссия отказалась вычеркивать Эр-Рияд. Также в список попали Ливия, Ботсвана, Гана, Самоа, Багамские острова, Американское Самоа, Виргинские острова, Пуэрто-Рико и Гуам. Наш список третьих стран с повышенным риском – это предупреждение и руководство для банковского и финансового секторов. Они должны быть еще более осторожными, когда речь идет о транзакциях, охватывающих эти страны. Теперь у 28 стран ЕС есть максимум 2 месяца, чтобы утвердить решение. Отклонить его они могут только квалифицированным большинством. Вера Юрова отметила, что Соединенное Королевство, так же как и остальные страны ЕС, будет применять законодательство, направленное против отмывания денег. Она также выразила надежду, что после Брексита Лондон продолжит следовать этим же курсам.